Здравствуйте, с вами магазин Автозвук UA. Сегодня мы рассмотрим четырехканальный усилитель мощности от компании Ground Zero, серия Titanium, модель JZTA4125X2. Поставляется в фирменной упаковке данный усилитель. Очень увесистый. Внутри вот так вот упаковано все. Там усилитель. Инструкция. И также дополнительные саморезы, дополнительные предохранители и шестигранники. Данный усилитель полностью металлический, кроме пластиковых накладок по бокам. Для того, чтобы подключать усилитель, их нужно демонтировать и дальше производить подключение. Под этими накладками спрятаны разъемы для подключения. Давайте вот так вот лучше покажу. Здесь спрятаны разъемы для подключения питания. Питание подключается 12 вольт. Есть также 4 канала подключения и 2 предохранителя. С другой стороны у нас находится разъем для подключения линеек, также регулировка и настройка звука. Схема подключения указана непосредственно в нижней части усилителя. Данный усилитель при подключении на каждый канал при 4 Ом выдает 90 Вт, при подключении 2 Ом на канал 130 Вт, при мостовом подключении 4 Ома выдает 260 Вт, таким образом 2 канала остается, и при подключении 2 Ом получается 320 Вт на один канал. Усилитель мощный. При покупке на него обязательно распространяется гарантия. Дополнительные характеристики и стоимость вы сможете узнать на нашем официальном сайте автозвук.ua.